Друзья, недвижимость Турции на сегодняшний день – это тренд на рынке туризма. Всего 30 тысяч евро с ремонтом, просто вдумайтесь. И эти квартиры в течение года дорожают на 50-100%. Это идеальная инвестиция. Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Козловский. Я основатель компании Enjoy the World. И сегодня мы находимся в отеле Nirvana Mediterranean. Отель находится в поселке Бельдиби, 35 километров от аэропорта. Общая территория 150 тысяч квадратных метров. Отель был открыт в 2014 году. Ну что, поехали? Посмотрим один из лучших отелей Кемера. Самый вкусный фреш – это микс яблоко-морковка. Вы видели, он давится прям при вас, прям мясистый. Кстати, просто морковка не очень вкусно. И огурец, просто огурец так себе. Мы попросили у официанта принести чай. Кстати, ну, я ожидал, что буду ждать дольше. Буквально минут через 7 у нас был чай, но на самом деле персонала, который работает именно в ресторане, немножко не хватает. Причем на раздаче вообще никаких проблем нет. Раздача происходит быстро, все молодцы. Часто по 2-3 человека работает на раздаче. Но конкретно по приносу, например, напитков за столик или уборки столов, я сейчас покажу просто, что у нас на столе делается, здесь есть проблема. И из-за этого я часто вижу, люди сами подходят на бар, который есть в ресторане, и сами заказывают себе напитки. Соответственно, сами приносят. Ну, как по мне, это не совсем комфортно. Вот, поэтому мы обязательно поделимся с руководством отеля этим нюансом. Say you love me. Say you don't. Just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. Let me know if we'll be okay. Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing, so spell it out. Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something. Добро пожаловать в рай для сладкоежек. Это кондитерская отеля Nirvana, работает 24 часа в сутки с просто огромнейшим выбором сладкого. Друзья, отель Nirvana Mediterranean по-настоящему удивил. И могу сказать, что это та Nirvana, в которую я бы вернулся отдыхать со своей семьей. И, похоже, я нашел еще одного фаворита в Кемере. Это на самом деле тот отель, который удивил. И в первую очередь огромным преимуществом среди отелей сети есть утопающая в зелени территория. Помимо этого, могу сказать, что отель ничем не уступает по качеству питания отелю Nirvana Cosmopolitan, который позиционирует себя как премиум-сегмент. И именно отель Nirvana Cosmopolitan, это новый отель сети, будет работать круглогодично. В этом году планируется запуск теплого бассейна. Но Nirvana Mediterranean ничем не уступает по питанию. И когда мы приехали в первый день, я был просто поражен
ассортиментом завтрака. Было 4 вида фреша, постоянно было огромное количество красной рыбы, и это в конце сезона, в то время как даже в Rixos Sungate, в Acanto Don, это те отели, которые, скажем, похожи по ценовой политике и позиционируют себя как конкуренты, там даже близко этого не было. Очень хороший выбор диетического питания, огромный выбор фруктов. Ассортимент на обед и на ужин, он идентичен по выбору рыбы и мяса. И я подумал, что, возможно, в первую ночь и первый ужин, когда были раки, креветки, мидии, кальмары, это думал, возможно, это рыбный день, и мне было очень интересно посмотреть, что же будет завтра. Но завтра меня удивило еще больше. На ужин нас встретили огромнейшие устрицы. Помимо этого были вкуснейшие крабы. Точно такой же ассортимент по рыбе, по мясу. Кстати, по мясу здесь есть отдельный уголок. И очень хочу отметить, это диетическое питание для тех, кто едет с детьми, для тех, кому нужно диетическое питание, здесь лучший выбор. И еще очень важным моментом в системе Нирван, это если вы едете с маленькими детками, и им нужно особое питание, либо они кушают, скажем, по определенному времени, здесь вы можете через консьерж сервис, он есть у вас WhatsApp, как только вы заезжаете в отель, вас подключают к личному ассистенту, и вы для своего маленького ребенка заказываете то питание, которое нужно, это готовится, и вы можете прийти покушать, либо забрать с собой. Причем покушать здесь можно 24 часа в сутки. Есть ресторан Феллини, где можно поесть в любое время суток. Причем это по меню с официантом. Well, it makes me so confused. I don't know what to do anymore. Can't you just make up your mind? За нашей спиной пляж, на котором разрешено купание с животными. Кстати, отели сети Нирвана это одни живут. Смотрите, здесь есть специальное ограждение для того, чтобы ваши собачки далеко не заплыли. Собачий круг. Отели сети Нирвана – это одни из немногих, а может быть даже единственные отели, по крайней мере в Кемере, которые разрешают размещение с домашними животными. У них есть специально оборудованные зоны на пляже. Также есть все необходимое для того, чтобы ваше пребывание с животными было комфортным, начиная от корма и заканчивая уходом за вашими животными. Для тех, кому нужна подробная концепция Нирваны по размещению с домашними животными, напишите мне, я вам скину либо на Viber, либо в Instagram. Well, I'm giving in the original, but I swear it's not that easy.
есть три а-ля-карт ресторана, которые можно посетить на обед без предварительной записи. Есть снэк, где также очень хороший выбор по питанию. И могу сказать, что именно питание – это есть самая сильная сторона отеля. Питание и работа внутреннего сервиса, то, что касается консьерж-сервиса, это, кстати, показатель отелей действительно высокого уровня. И любые ваши просьбы, бронирование ресторанов, потерянные вещи – это все выполняется и, в принципе, выполняется качественно. Если мы будем говорить про минусы этого отеля, то основной и на самом деле тот минус, который я обязан сказать и который может, знаете, как ложка дегтя в бочке меда, потому что на самом деле мне очень понравился отель, и вот этот нюанс, который касается обслуживания в ресторане, и это касается именно обслуживания в ресторане официантами, которые обслуживают столики. То есть персонал, который занимается раздачей еды, работает на отлично. Повара работают на отлично. Но вот то, что касается официантов, это просто боль отеля. То есть я не могу сказать, что этого сервиса нет вообще. Нет, он есть. Но он не соответствует тому уровню, который заявлен отелем. Как это может отражаться? То есть вы можете прийти за столик и 7-10 минут ждать свой напиток. Вы можете попросить официанта накрыть ваш столик, вернуться с вашей тарелкой, например, это на завтрак или на обед, а на столике не произошло никаких изменений. То есть я видел очень часто, что люди, не дожидая своего напитка, сами идут на бар и самостоятельно берут то, что им нужно. Очень часто на столах не убирается посуда. И к концу ужина просто образуется, я видел у многих людей, просто гора тарелок, остатки пищи. Just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. So I let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, but a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. Хотите обалденную территорию, если вы хотите регион Кемер с его горами, если вы хотите, кстати, песчаный пляж, который есть фактически только в этом отеле, идеальный песчаный пляж, который находится в регионе Кемер, вы хотите очень качественное питание, этот отель для вас. Но вы должны учитывать, что с сервисом здесь будут нюансы. With me, if only for a moment, only for a while. Также есть, скажем, небольшие погрешности в номерах. Это касается, например, вот мы когда заехали, у нас немножко отходила от стенки, такая, знаете, пенопластовая стенка была во второй комнате у детей, она немного отходила. Плюс затертый ламинат,
Вообще, сам по себе номер и мебель, она достаточно в хорошем состоянии. Хорошая ванна, то есть здесь никаких вопросов нет. Но то, что касается вот таких, вы знаете, мелких изъянов по номеру, и это я слышал не только, и это не только у нас, об этом говорили туристы, которые здесь отдыхают. То есть в каждом номере есть какой-то вот такой небольшой недочет. Но мы должны понимать, что этот отель намного может уступать в цене Rixos Samgate. Кстати, я сейчас проговорю именно те отели, и это видео, я уверен, будет очень полезным для тех, кто выбирает для себя отели похожего уровня. И меня часто спрашивают, куда бы вы поехали. То, что касается питания, конкурентов у отеля просто в Кемере не будет. Даже в отеле Rixos Samgate, Cantendon, даже Amara Dolce Vita, это, скажем, сестра отеля, питание оказалось проще. Вот. То есть, если мы будем говорить про тот идеальный вариант в Кемере, который может быть, и про такой отель фактически есть, это NG Fazelis, но мы должны понимать, что ценовая политика на 30, а то и 40% будет выше, чем в отелях сети Nirvana. Как ты сказала, Амеля? Это просто божественно. Это божественно. Сыр тофу с помидоркой. Амелия, как ты говоришь? Как это, вкусно? Не хочется сегодня говорить, но реально это жестко. Это вкусно. Кстати, веганская концепция, я ее на бесплатной основе видел только в отелях сети Nirvana. Но будьте внимательны, в меню есть бесплатные блюда, а также есть платные блюда. Поэтому не прогадайте. Еще очень удобно, что все эти рестораны не нужно предварительно записываться. Вы можете в любое время, в любой момент прийти и пообедать или даже поужинать, так как ресторан работает до 8 вечера. Так, а это десерт. И реально, если не сказать, что здесь нету молока, сахара и вообще это все веганское, реально не поверят. Это очень вкусно. Если мы будем учитывать уровень питания, территорию, расположение, пляж, инфраструктуру, это шикарнейший аквапарк, очень хорошие поля для футбола, баскетбола, есть теннисный корт, то за данную ценовую политику у отеля фактически не будет конкурентов. И если вы хотите переплачивать за сервис, вы можете это сделать. Но если вы хотите получить все, но при этом проиграть в сервисе, это ваш вариант. Но опять же, это касается тех людей и тех туристов, которые это поймут, которые были в отелях высокого уровня. Если вы отдыхали в отелях среднего, выше среднего уровня, в принципе, возможно, вы даже не поймете, что с сервисом что-то не так. Хочу отметить, в первую очередь, вода здесь идет в стекле. Очень хорошая посуда для вина и шампанского. Кстати, шампанское очень вкусное. И индивидуальная упаковка для приборов. Все приборы идут вот в таких вот специальных пакетах. Вилка-нож, большая влажная салфетка. Это немаловажно, особенно для таких вечеров, когда идет рыбка. И здесь есть еще одна спиртовая салфетка, сухая салфетка и соль. Для деток вот такие индивидуальные салфеточки. Честно, мне очень нравится ужин, мне очень нравится выбор по питанию, но есть небольшие нюансы с сервисом. Мы пока сидели за столом, к нам никто не подошел, пока я лично не подошел к официанту и не попросил принести нам шампанское, вино и приборы.
Друзья, сегодня мега атмосферный вечер. Живая музыка в главном ресторане. И посмотрите, какие огромные устрицы, крабы. Это старый ресторан. Это главный ресторан называется. Честно? Боже, какое классное шампанское. Я просто кайфую, на самом деле. Мы хотели идти сегодня в Аликарт и ни капельки не пожалели. Приятного аппетита. Сейчас стало намного теплее, чем неделю назад. Кстати, обратите внимание, это пляж отеля Нирвана Медитерраниум. Лучший песчаный пляж в Кемере. Посмотрите, идеальный песок. И посмотрите, насколько здесь красивое место. То, что касается еще одной особенности вообще всех отелей сети Нирвана, это есть размещение с домашними животными. Это, наверное, одни из единственных отелей, которые разрешают. У них есть отдельные участки пляжа, где можно купаться с домашними животными. Есть участки по территории, где можно гулять с домашними животными. И вы не поверите, но они пошли еще дальше. Во всех отелях сейчас появился отель в отеле. В каждом отеле есть отель для домашних животных. И ваш любимец может проживать не у вас в номере, а в отдельном отеле, где будет под полным присмотром. У него будет такое же все включено. У него будет корм, мойка, сон, игры. Поэтому это та особенность, и это то, куда пошел отель впереди всех. То есть это именно касается домашних животных. Вот. То, что касается анимации, она, в принципе, на хорошем уровне. Она, можно сказать, такая ближе к софт. То есть нет прям активной анимации. Еще в отеле есть бассейн с морской водой. Это главный бассейн. И вода на самом деле морская. Проверяли. Вот. И это шикарные виды, которые открываются с аликарт ресторанов, где можно поужинать по предварительной записи. В отеле 6 аликарт ресторанов. Два из них платные, остальные бесплатные. Поэтому я реально рекомендую отель Nirvana Mediterranean. И еще раз повторюсь, это тот отель, который я бы лично для себя выбрал среди всех отелей сети Nirvana. В первую очередь, она выигрывает именно по территории. Для просчета отеля под видео в описании есть мой Instagram, Viber. Ждем ваших запросов, и я обязательно просчитаю для вас. И самое важное, мы очень близки с руководством отеля, поэтому постараемся сделать лучшие номера для наших туристов.